На наших занятиях мы направляем внимание на внутренний мир, исследуем эмоции, настроение и состояние. Это не просто лепка из пластилина, а необычные уроки с элементами мультипликации, на которых ребенок будет видеть, как оживают герои, исчезают и появляются пластилиновые облачка, или из них капают капли. Это очень-очень интересно. И главное, он может научиться этому сам вместе с вами. Здесь нет учителей и учеников. Здесь есть отважные исследователи и путешественники во внутренний мир. Добро пожаловать!